Ну, самое интересное, вы будете читать эту книгу? Конечно. Да? Вы знаете, я иногда просто... В основном это бывает, когда вот была презентация моей книги, я заезжал в спортивные вот эти вот отделы магазинов, больших магазинов, и покупал там и Муринью, там и Фергюсон, и все. Мне это интересно, потому что это моя жизнь, это мысли, которые мне созвучны или нет. Знаете, я считаю, что человек может учиться всю жизнь, поэтому и в этом то же самое. Если бы